этому наивысшему труду. Сегодня 30 июня 2016 года. Это тут наросло, когда сделано, тут милиционер. 20 лет назад. Это наросли вот эти деревья. Их не было. Это они легко семена пали на взрывную почву. Нет, я нахожусь ниже дамбы насколько. Это на самом русле, где вода течет. О. Потом мы выберем, какие на переходные нужны будут там на вокзал. Мы попросили брата Алексея помочь. С этой стороны вот эти сначала маленькие убери, вот эти. А там бобер. Все, пошло. Вот это толкай ее, она упадет в сторону. Ты не отходи ни на шаг. Подталкивай. Вот. Вот сзади пошел который. Старайся ни минуты его не задерживать. Вот видишь как. А то бы мы вручную, то еще бы тут долго тратили время. Сантиметров на 5 от земли всего лишь берет. Все. Теперь это. Ну все, дело понятно. Воды остается меньше, и может быть к августу месяцу уменьшится, и загоним бульдозер сюда. Это красивейшее место. Так, вот это выбираю дальше. Этот готовит мерку 6-метровую. Это мы на южном пруду. Сегодня лишнее убираем. Вот один край, там дамба открывается. Она круговая. Вот тогда нам перебили ее, 20 лет все заросло, пустырь, брошенное болото, комары. Вот все это можно превратить в прекрасное озеро. Это все насаждение, вот так падали семена и все. Там, кому мы не распахали тогда, вот видно, как ходил бульдозер здесь. Вот он, где Ушаков был, очень хороший. Потом он сломался, еще два бульдозера привозили. И вот сегодня, 30 июня 2016 года продолжили. Две пилы вышли из строя, но эту направили, купили сеть у Алёши. И он пришел сегодня, нынче помог убрать. Теперь будем еще два пруда готовить. И в середине августа примерно уже договорятся
с бульдозером. Ну, работа ему недели на две будет меньше. Крупно. Какие деревья это вообще, озеро будет шикарное. Если вот дальше не было дождей, ну как, вода ушла вот эта, то углубил вот это, все внутри, это он углублял. И там вал идет, он вал. И вот здесь вот от плотина, вот где я стою. И вот дальше, где он там, Виталий. Не вижу я его, где он там еще. Вот в этом месте мы сделаем слив метра три шириной. Это такие замыслы. Никиту сейчас позовем напиться, еще не пили, 2 часа не пили. Ну, солнышко маленько за тучкой зашло, и так же не видно. Все, красота. Просто лепота одна. О, Виталий уже кидает правильно. А то как попало, бросит поперек, поперек, сорочинное гнездо, как отец говорил. А сейчас уже лучше. Огромные березы, вот я стою около них. Смотри, какие. Чтоб понять, какие березы. А вот на них нарос, это ведьма называется, березовая. Ведьма. А это вот все я показал с макушки. Дерево. Это в обхват не возьмешь. Один человек не охватит. Я стою на расстоянии 10 метров примерно. Так оно выглядит. И вокруг береза. Это осинник наросший. Но чтобы здесь нам продолжить, надо наросшее убрать. Вот Никита с Виталием на Южном работают. Подготавливают 6-метровые, шкуряют. Они не знают, что я пришел. Никита увидал. Виталий боится комаров, сеткой закутаны. Вот видишь как. Отсюда сейчас снимать выше, уже 5 час вечера. Вот брат нам сегодня помог убрать этот берег. Вот где начинается вал, с этим соединяется. Но эти кусты заново наросли. Если бы высохло, бульдозер все бы убрал, это вот озеро было бы. Вот оно какое. На Южном пруду сегодня 1 июля. С братью побыл, упарился там. Сучки резал, носить не могу, запинаюсь, падаю. А остаются здесь вот Никита и там Виталий. Иду, потому что приезжают гости. И Роснадзор должны прийти. Вот как оно выглядит. Видно второй вал на той стороне. Он был скрытый. И он идет почти, охватывает все. Здесь. И он вот здесь заканчивается. Прямо вот здесь вот. Ну, здесь расстояние не больше, как 50 метров. Его надо, значит, закончить, завалить, вал сделать. Но вода не уходит. Еще дождит, и его углублять надо, пруд. Вот здесь маленечко мы поработали, а дальше там не дали. Кусты это все выворачивать, убирать. Ну, не удастся, значит, ждать сухого года, когда вода уходит. Сейчас пока вот то, что там стоят еще осинки, это все мусор, сорное дерево, сорное. Никто его не садил. Оно выросло прямо на дороге. Ну, в пруду, внутри пруда. По неволе надо убирать. По-другому никак. Мягкая погода такая. Вот здесь, если поворачивать. Это вот уже последних домов. Я уже говорил это. Вот, где видать. Вот эти тополя. Тут Кочкина лесовета жила. У нее какая, я не знаю, как дочь звали, звали ее Кушка. Кушка, что это такое, не знаю. Что это за имя такое было? Ужас, какие деревья здесь. Вот издалека я показываю. Вот издалека. Это только может вдвоем обхватить. Вот они. Это они стоят от меня 50 метров. Я все кверху тяну, где. Это прямо через дамбу, вот через эту.
вот этот южный пруд, называемый Катафенский, конно-товарная ферма когда-то была, самый красивый. Здесь просвет идет только через завход. Дальше вообще нету входа. Так как тайга сплошняком. Ну не тайга, а околки. Околки мы зовем. Вот тут свесились березы, тут отпиливали их. Видите сколько. Сейчас поеду. Еще раз глянуть на эту красоту. Комара много, паута много. Ну, ветра-то нет и сырость. Все. Только что пошла. Так, Николай, вас было четверо. Почему один пришел? Я бегом. А? Я бегом. Бегом, а они? Ну, они, наверное, слабее меня. Понимаете, вот в этом и весь человек. Теперь они не знают, где повороты, где заходить. Их надо ждать. Почему? Ну, ваш сын мог бежать, как вы? Не знаю. Не знаю, сейчас узнаем. На, снимай. Виталий, посмотри, как полезет. Сейчас, тут, а вы кого это тут? Смех один. Нет, видать. Да я знаю, знаю, подожди. Уже столько времени потеряли. И дальше идут развалки. Дальше повороты, я не знаю, куда там идти. Там Сережа с ними же. А? Сережа с ними же. Да он тут не был. Не был тут? Сережа. Да идет он, что он не видел, как ты бежал? Видел хвост-то, видел. А он был тут, да, уже в самом начале был тут. Пожалуйста. Даша не знает, как шагать, как пересчет. Это все, отстал, значит, уже все. Ничего нельзя сказать. А то мы тут займемся, вот это все прополоть надо. Так, не считая того, что мы там потеряли времени, объясните теперь, почему вот этот человек, звать его Николай, пришел раньше вас? Он побежал. А ты? Ну, ты на сколько лет моложе? Ты его сын, на сколько моложе? На половину. А почему не побежал? Вы понимаете, сколько поворотов. Я этому доверил, жалею, он не расторопится. У меня собаки быстро бегают. Почему ты не побежал за ним? Он пришел, он идет на работу первый раз, короткий день до обеда. Меня ждет там в бане. А, не ладно, доска сломалась, надо идти делать. Топить, у меня времени нет, я должен расставить на работу. С места идете в развалочку, вы идете куда? На работу. Ну, давайте посмотрим. Мы вошли, вышли в 9. 31 минута, полчаса потеряли. А мы могли прийти намного раньше. Почему не побежал? Понимаешь, ответа не... Почему молчание означает внутри ступор, совесть. Вон он уже работает, вытягивает ветви. Нам нужна работа здесь. Я тебе делал бы задание такое, чтобы ты его понял. До дороги добеги, вот здесь сейчас дорога большая. И обратно бегом. Туда и обратно. Пошел. Так, почему не побежал за ним? Не побежал? Да я столько не пробегу. А? Я столько не пробегу. Не пробеги. Ну, я тебя спрашивать не буду. Давай. Держись за того, кто быстро работает, вперед идет. Все, работа выключена. Сейчас работа будет показана. Да никуда не годит. Один пришел, второго нету, третий пришел, не взял инструмент. Ну и что? Я сейчас маленько погодя вернусь за ножовкой, там у меня лежит. Так, смотрите, в чем заключается работа. Вот это вот, дамба. Вот он сейчас пока бегает, еще надо маленько подождать, пока пусть отпиливает. Это вот бывший пруд. Вот это вот, вот. Посмотри, какая красота. Обернись назад. Его мы начали восстанавливать. И в это время пришел у нас был тут милиционер, подполковник, и начал буянить. Может, стратегический кабель зарыт тут. Ну и бульдозеры, два бульдозера было. Заплатили. Такую неприятность создал. Он ушел из жизни, как говорится, сдох, как скотина. Без покаяния. А мы через 20 лет пришли сюда. За это время вот наросла. Что? Мы это все уже убрали. Теперь. Вот она, докуда у нас был вал сделанный. Это вал надо углубить. Вал идет так, там проход воды, и вон там он вал идет. Потом дальше будем. Наша задача, вот это вот что есть, я сейчас покажу.
как бы обрезать он будет там, выносить сюда, подтягивать. У нас сегодня силы есть. И шкурить. Вот это вот, вот сколько лежит. Сколько успеем сделать до обеда. В полвторого отсюда уходите. Дорогу уже знаете. Так. Вот здесь у меня велосипед лежит. Видели, нет? Где он у меня? Видели, видели, конечно. Подойди сюда. У велосипеда сзади ножовка красная. Принеси ее. Не заткни, заткни. Аккуратно гляди. Вот. Я вон ее взял уже. Она... Какой? Подожди. Ваша. Ну почему ни слова не сказал-то? А где вторая ножовка? Надо здесь смотреть. Вон там она стоит. Понимаете, вот какой раздрай. Никита. Это что, они никогда не работали в обществе, не знаю. Вот она. А мне Бог дал, в 21-20 лет было, у меня было 250 человек, 6 объектов. Прораб. И поэтому у него навыка никакого нет. А она там лежит. Да почему ты ее не вынес-то сразу, когда пришел? Люди идут, взял топор и пошел, то лежит. Мы одно и то же делаем. Все. Мы начинаем. Пошел. Вот это из Канады нам помогает добрый человек. Вот там наши работают. Это с Горного Алтая Николай в красной рубашке приехал. Там Виталий, Никита. Вот там носит тоже с Горного Алтая сын Николая Евгений. Видно? Нет, не знаю даже, как показать-то. Не могу. Вот это вот. Где-то кто-то там еще шевелится. Это Сергей Пупков. Я его не показал. Вот он где. Видите, сколько нам Бог дал сегодня людей. Я их оставляю там в бане. Сгнилую доску надо заменить. Ага. Как можно дальше. Чтобы здесь ничего не оставалось на дамбе. Подготавливаем южный пруд к бульдозеру. Видите, как вот он там носит. И один тут ничего не сделаешь. Если совсем нечего будет делать, тогда только шкурить. И там много уже наготовили леса, оттуда его выносить только на эту сторону. Через это. Видите, это все надо убирать, кусты выпиливать. Но вот вы, если вода эта усохнет, тогда бульдозер начнет углублять его. Если очень хорошее озерко будет, как зеркальце. Вот я вокруг обвожу, но если только можно видеть будет. Посмотрите, какие березы. Они вот недалеко от меня. Это ужасный какой-то высоты. Показать даже. Вот уже выше головы моей повел прибором. И вот сейчас здесь вал создается. Ненужный убирают. Работы море. Говорят, в стране работы нету. Глупости. 21 тысяча поселений. Восстанавливайте. Пока не заняли китайцы и Среднеазиатская республика с Турцией. Рано или поздно будет потеряно. Главная потеря то, что уничтожили 120 миллионов младенцев в утробе матери. И один человек решился открыто сказать, запретить аборт. Рамзан Кадыров. Честь ему за это. Пусть только Христа познает еще. Вот так. А то будут только плодить головорезов. Как у людей неверующих бывает. Ну, слава Божию. Вот сегодня у нас 8 июля 2016 года. Мы приехали на пруд Южный. О, Сергей Павлович привез. Не просто так. Ну-ка. Первый пошел. О, гостей Бог дал. Второй пожалуйста. Пошел. Приветствую. Так, последнего. Пошел. Подожди. Вот еще один. Вот еще один. Вот еще, еще один. ГАИ не встретила. Как-то наши ехали и говорит, маленький там какой-то москвичок, что ли. Собирай. Ну и гаишник остановил. Они один вылазит, второй, третий, пятый, седьмой, одиннадцатый. Да. У него глаза пошли в разнос. Ну и когда они вылезли все, он говорит, знаете, ребята, я ничего не буду говорить, только сделайте, как вы там поместились, я, говорит, вас отпущу. Мы, говорит, стали ложиться, ничего не получается. Нас-то кого тут было, Маша? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь человек. Так, покажите топоры. Должно быть три топора. Вот два. Так, два в руках держи. Две пилы, лопата. Все. Вон, смотри, коршуна преследует птичка.
Ну, я такой съемщик, что... Мы сейчас дойдем, там помолимся. Вперед за мной. Да, видишь, Виталий? Давай, Сережа, запри машину только крепко. Под сигнал. Не надейся ни на что. Воду взяли, да? Взяли воду. Воду взяли? Да. Все. А кто воду взял? Никита. Ой. Какие деревья растут, посмотрите. Это будет красивейший пруд, озеро, если удастся все сделать. А у Кузаса как, если будет дальше засуха, ну засухи уже не будет, но чтобы просохло, чтобы бульдозер загнать в середину озера. Вот тогда будет все сделано как надо. Там не ходите, вон туда влево поверните. Вон туда за ним, иначе упадете. И там как перейдете, остановитесь. Вот все навалено, столько понаносили здесь. Это вчера ребята, Саша Шадрин, ну, помогала. Конечно, пилил Сергей, отец его. Ну, вот такая маленькая пила, но поработал хорошо. Потихоньку перейдемте туда, мы с насыпи осмотрим все. Ничего не оставляйте, так и несите. Опуститесь пониже маленько, туда, и перейдите на ту сторону, на дамбу. Я все расскажу. Так, лопату-то берите. Инструмент нигде не бросать. Так, Никита, переведи на дамбу. Вода где? Ну, вон там пониже, опуститесь. Никита, воду где оставил? А вот за тобой сразу вот стоит. Так, возьми с собой Никите туда, а остальное здесь. Забери все, мы тут завалим сейчас, заваливать будем. Так, весь инструмент сюда нести. Так, направо подними, Никита. Я сказал на дамбу. Ты повел мимо дамбы. Внизу. На дамбу, вот здесь должен был сразу повернуть. Никуда не водить дальше. Я немного расскажу историю. Никита, подойди сюда. На. Когда я говорить буду, тогда будешь показывать. Ой, брось инструмент. Смотрите внимательно. Давайте вот сюда чуть-чуть подвинемся. Чтобы видно было. Здесь был пруд раньше. Сюда подходите все. Я вас ознакомлю с работой, чтобы вы осознанно делали. Еще подальше маленько отойдем. Вот отсюда. Видите, вторая траншея. Здесь был пруд, назывался КТФенский. КТФ это конно-товарная ферма. Мы называем южным, на юге как раз. Фермы нет, это не человек, чтобы сохранять. И тем более это уже советское все. Видите как? Вот вторая траншея такая глубокая. Ребята прокопали, чтобы выпустить воду. Но на середине остается, тут ниже нельзя копать. Даже если прокопать, то дальше она не потечет, там уже все выше идет. Это сделали, воду выпустили. Даже, кажется, эти дни было меньше. Опять, ну, гроза прошла. Больше стало. Вот это вот, видите, вокруг три, это все заросшее было. Освободили плотину, когда делали 21 год назад. А 20 лет тут пустырь был, все заросло. Большая работа была проделана. Три бульдозера у меня работало. Три. И тут был полковник-милиционер, дружинник Геннадий Петрович, милиционер, к сыну приехал-то. Поганый человек. Такие пакости делал. И здесь надел форму, а меня не было. Я там в другом месте работал. Встал перед ними, не пускают. Работать нельзя. Там может на дне стратегический кабель. Он считал про это? Балда. Ну, милиционер, что спрашивать с него? Был бы человек. Ну и все, остановило. Они вышли из машины. Дальше никак. А представьте, как привозили на платформах, снимали. Это за подвоз вот полторы тысячи за час. А если их подвозили 5 часов, ну, умножай, а еще не работали. И остановила работу, и техника ушла. А тут и коров кололи, и чего только не было. Ну и за все это натравил экологию, они приехали. Вот видите дальше, это вот бульдозера что сделали. Вот.
И так дамба идет дальше. Вот это вот внизу, а там мы освободили правый борт. Вчера мы работали вот здесь. Там дальше идет дамба. Видите, какая красота. Эти осинки лишние что-то. Ну, все это сорное дерево убрали. Представьте, вот это озеро будет. И с одной стороны одна белоствольная береза. С другой стороны зеленолиственная, она осенью пылает огнем осина. Ну, вообрази. Вход положено, видно только здесь. Замкнутое пространство. Это вообще. Вот эти кусты, это все наросло потом. Вот эти деревья, мы дамба вон там дальше идет. Мы от нее отступили, 4 метра. Уменьшим. Ну, потому что по-другому нельзя, деревья жалко, решили, ладно. И дамба идет дальше. Нам нужно вчера поваленное вот это все распилить, ветки убрать, потому что иначе это в воде будет. И я покажу, куда складывать. Они на боку лежат, 2 пилы, это наши. Ребята здесь будут выносить, что могут. Посмотрите, что. Это вон можно оставить шкурить, если только и нет, значит, туда же работать. Сучки. Крежевать, дерево выносить. Если будет возможность, кое-что попилить. Там много-много кустарников. Его просто надо допиливать ножовками. Мы берем сейчас с собой одну ножовку. Откладываю в сторону. С такой, с тряпочкой. Так, подожди, вернемся туда. Подожди. Это, ты везде возьмешь свой топор, остаешься здесь. Когда я крикну, придешь к нам. Тебе уже придется, может быть, на той стороне. Шкурить, вон они лежат. Прям рядом будешь где-то. Двуручные 2 пилы. Ты, если можешь, что-то оттуда не доносили, доноси. А если есть, которые прямоствольные такие, ну, уже видно, что на наши, на другие пруды. Ты там посмотри и начинай этому дай работу дальше. Виталий, только делай то, что сказали. Которые мы вынесли, это наше. Которые оставили нетронутые. Видишь, бежит. Зверек побежал, вон он. Белка. Или птички? Нет, птички? Белка, наверное. Да белок тут и не было. А, нет. Бурундук, если. Бурундук. Покажи у дерева внизу. Приблизь, Никита. Что, бурундук? Ну все на этом. Благодарим Бога. Господи, благослови нас на этот труд. И сделай его полезным и безопасным для прославления Твоего святого и дивного имени. Тебе слава, хвала, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Вот вчера этих березок не было видно. Вот это все лишнее убрали, теперь одна белоствольная береза пошла. И дальше так и будет. И вот если только просохнет все, вот этот бульдозер начнет туда сдвигать. И здесь вот эти пеньки он уберет к этой. И вот этот край тоже увеличит. Тут приподнимется. И спуск сделаем в том месте. Примерно 2,80 шириной, как там делали. То есть работа предстоит. Большая. Все, мы уходим. Никита. Все, лучше. Сегодня 8 июля. Мы на Южном. Приехали помощники. Это Беларусь работает. Сергей Павлович тут робит. Сергей Павлович, а ты? Да, ага. Ну вот он, не видать тебя. Обрубаю сучки. Это все надо убрать сегодня. Меня там запечатали, не могу ни выйти, ничего. А где моя ножовка с этой? С ленточкой? Отдали. Там. Да. Вот смотрите, какие. Лисина, они мешают тут. Далее. Да, мы сейчас тоже позвонили, и я попросил его на 12 переделать. Вот тебе вопрос еще один. Вот так. Это мы здесь на валу. Удобно очень. Там Сережина машина, видать. Дальше мы от дождя успели спрятаться. Это вал, который делали 21 год назад. Видите, как он поворачивает. Этот край березовый. Ну, уменьшаем пруд. На сколько тут метров? На 10, может. Чтоб березы не повредить.
Это что? Виталий тут трудится. Ты где-то в сторонке идешь. Вот с утра с самого работает Владимир. И у него все нормально. Ничего не делает. Свободно поднимается. Смотри, как тебе удобно. Никита, я просил вас вот этот край начать. Вот. Вот сюда вот идите. Ну, вытаскивай, вытаскивай. Все, сразу бросил-то. Да я посмотреть, что. Да не смотри, иди, лукавый ты. Ну, кого смотреть-то? Вынеси сначала. Сразу разговаривать с кем-то, ты уже сразу бросил, рот разинул. Ну. А когда тебя вообще разговаривать даже нельзя. Нехорошо это. Так, моя ножовка где с красным этим? Ну, давай сюда. Бери свою и работай. Никита тут работает. А где мой Владимир-то? Где-то там, далеко. Видите, Владимир это приехал он с Екатеринбурга. Сергей много говорит по телефону, ему это вредно. Был облучен когда-то. Видите, какой вот этот пруд с этой стороны сейчас осматриваем. Вот там как раз здесь зелень, это дамба. Основная дамба, сдерживающая воду. И вот дальше это видно левый берег. Если заходить там, правый берег, самый южный. А вот сейчас работают здесь братья. Это берег северный. Это красивейшее будет здесь, как пруд, озеро. Вот так.